Всем привет! Наша следующая цель – это написать скрипт, который будет создавать тестовую базу. CreateDB уже есть для него файл. Он должен, во-первых, убивать существующую базу, во-вторых, делать трех юзеров, сохранять их, ну и, наконец, когда они будут готовы, то закрывать соединение. Такой скрипт обычно используется для тестов. Итак, приступим. К сожалению, в Mongoose нет команды для того, чтобы убить базу данных. Однако, я могу получить объект базы данных, который сгенерирован MongoDB Native драйвером, который использует Mongoose внутри. Делается так. db равно Mongoose connection db. Теперь я уже работаю на уровне MongoDB Native драйвера, и у объекта db есть метод dropDatabase, который принимает callback, и дальше, если будет ошибка, то я сделаю вот так вот, а иначе выведу ok. Ну что ж, запускаем. Я запускаю, но почему-то ничего не выводится. Ни окей, ни ошибки. В чем же дело? Первая идея, которая может прийти в голову, это то, что функция почему-то ждет, например, пока база освободится. То есть кто-то подключен к базе, поэтому она не может ее убить. И вот ждет, 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 пока он отключится. Но в данном случае, я уверяю, это не так. Есть ли еще какие-то идеи, почему функция зависла? Подсказка была в прошлом выпуске. Мангуз буферизует запросы, которые идут к базе. То есть мы вызываем monguose.connect, да? Вот. Но мы не ждем, пока мангуз присоединится, мы сразу что-то делаем. При этом, если мы работаем на уровне мангуза, то наши запросы все-таки попадут в базу, когда будет соединение установлено. А здесь мы получили объект DB и работаем уже на уровне MongoDB native драйвера. При этом мангуз вообще ни при чем, он ничего не буферизует. Соответственно получается так, что эта команда отправляется, пока соединений еще нет и уходит в никуда. Давайте проверим. Консоль log, mongoose, connection. Как определить, подключены мы или нет? Для этого специальный объект ReadyState. Ну-ка, выведем его. Двойка. Что значит двойка? Доки. API Docs. И здесь у объекта Connection ищем ReadyState. Вот оно. Вот. Двойка означает connecting. И вот таким образом, кстати, можно получить информацию о том, какое сейчас состояние. События соединились, отсоединились. В описании класса Connection можно найти всевозможные события. Из них нам нужно событие open. Оно срабатывает, когда установлено соединение и выполнены все вот эти вот колбеки специальные onOpen для всех моделей. Иначе говоря, если не вдаваться в детали, то это такое событие, когда мы присоединились и можем полностью использовать все модели, которые у нас есть. В данном случае user. Как вы думаете, возможно ли такое, что на этой строчке, вот здесь вот, ready state будет подсоединен? Ответ, конечно же, нет, невозможно. Потому что мы подключили Mongoose, подключили user. Все это синхронная операция JavaScript а любые подключения сетевые выполняются на событийном цикле, то есть когда текущий JavaScript выполнится полностью, только тогда Mongoose получит возможность подключиться, что-то сделать. То есть здесь мы уверены, что подключения нет. Поэтому сделаем так. Mongoose, Connection, on open и дальше функцию, которая будет работать с базой. Вот так вот. И все вот это сделаем. Вот. Ну-ка запускаем. Все сработало, но скрипт пока еще не завершился, потому что соединение держится. Давайте сделаем так, Mongoose disconnect. Ну вот, хоть что-то у нас теперь работает нормально. Дальше, давайте будем создавать юзеров. Их будет всего три. Вот такие юзеры, и теперь нам нужно сохранить их в базе данных. Самый простой вызов типа Вася. нам здесь не поможет. То есть, если мы каждого юзера вот так вот сохраним, то совершенно непонятно, когда это все закончится. Нет никаких холбеков, которые позволяют нам судить о том, была ошибка или не была. То есть, такой простой код нам, конечно же, здесь не подойдет. Нам понадобится какая-то конструкция из коллбеков, которая обеспечит, что по окончании этих сейвов выполнение продолжится. То есть, здесь это будет дисконнект. А так, конечно, можно сделать что-то еще. Для того, чтобы его реализовать, можно, конечно, обычный JavaScript использовать, а можно применить специальную библиотеку. Которая называется async. Нужно будет поставить следующий модуль npm-install-async. Вообще говоря, есть достаточно много библиотек, которые позволяют удобно выполнять цепочку асинхронных вызовов. Например, есть специальный механизм промисов, в частности хороший модуль Q. Есть такая вещь, как Fibers, но об этом мы сейчас говорить не будем. Мы воспользуемся библиотекой Async, хотя бы потому, что она очень близка к синтаксису устроенных модулей Node.js. Эта библиотека работает с функциями и колбеками, при этом она предоставляет необходимые методы для того, чтобы делать асинхронные всякие последовательности вызовов, серийные, параллельные, работает с массивами. В нашем случае для сохранения пользователей нам лучше всего подойдет метод asyncParallel. параллель. Сейчас я бы вам рекомендовал поставить скринкаст на паузу и почитать документацию к этому методу самостоятельно, понять этот пример, а потом продолжим, посмотрим, как это будет выглядеть в нашей конкретной задаче. Итак, продолжаем. Нам нужно создать и параллельно сохранить юзеров, а потом продолжить поток выполнения. То есть в данном случае закрыть соединение. Ни в коем случае не закрыть раньше, чем все юзеры сохранятся, конечно же. Для этого async.parallel у нас есть три функции задачи. Раз, функция, которая callback принимает, два и три. Когда все функции задачи завершатся, то вот эта функция получит их результаты, сделает консоль логах и закроет соединение. Каждая задача, выполняться они будут параллельно, это конкретный юзер. Сейчас я распределю каждого юзера по его функции. Итак, запускаю. Что тут произошло? Async запустила сначала эту функцию, потом эту, потом вот эту. Эти функции инициировали выполнение запроса к базе данных, и база данных параллельно выполняет все вот эти вот запросы save. Соответственно, каждый раз, когда база данных заканчивает выполнение, инициируется выполнение callback. Если тут нет ошибки, а ошибки здесь нет, то результат запоминается. И массив результатов, который здесь появился, это results, который мы здесь и получили. Ошибка null, results, вот. Обращу ваше внимание на такой небольшой, но тонкий важный момент. Вот здесь для функции save я могу передать callback не свою вот эту анонимную функцию, а прям вот так сделать. При этом async запомнит результат вот этого метода save и передаст его сюда. Это вполне нормальная практика, но почему я в данном случае передал не сразу осинковский callback, а вот такую обертку сделал? Это легко будет видно, если запустить. Вот смотрите, тут у меня первое это callback, а дальше обертка. Соответственно, первый результат вот такой. Вот что от первой функции пришло в результат, А от второй вот такой. Почему такая разница? Смотрите, тут вот массив появился, а тут только user. Да просто потому, что функция save, она же получает что? В callback она получает error, она получает user, и она получает affected. Сколько документов было изменено? Если бы функция save в callback два аргумента вызывала, то все было бы хорошо. Но так как callback вызывает и с тремя аргументами, то получается, что в results идут эти аргументы вместе в виде массива. Вот они. А если я не хочу в Results эти оба, мне вообще нужен только Вася. Этот Вася у меня и так есть. Для того, чтобы в Results шел только один юзер, а не вот эти вот оба результата, я как раз и передаю свою обертку, которая вызывает callback так, как надо. Окей, оно работает. Теперь взглянем на этот код более внимательно, можно ли его считать хорошим. Конечно же нет. Этот код нельзя считать хорошим, поскольку это одна такая простыня, которая кучу всего делает. А если я хочу сделать что-то еще, мне что нужно будет вот сюда дописывать, то есть вместо закрытия соединения я хочу еще что-то вставить, еще что-то. По-нормальному мне бы нужно разбить этот код большой на понятные функции, каждый из которых что-то делает. То есть сделать функцию open, которая, собственно, открывает соединение. Сделать функцию drop database, которая будет убивать базу данных сделать функцию какую дальше create users и сделать функцию close которая будет закрывать соединение то есть у меня должны быть четыре нормальных асинхронных функции они должны быть короткие удобны в использовании чтобы я если захотел мог в любой момент добавить какие-то свои функции свои действия и вообще расширить этот скрипт как известно асинхронные функции в node.js стандартно используют колбеки первая функция open как ее написать она должна принимать какие-то параметры. И последний должен быть callback. По соглашению Node.js и соглашению Async тоже ему следует. В данном случае параметры подключения к базе данных от нас не требуются, поскольку у нас и так подключен Mongoose и параметры эти в нем есть. Так что вся работа функции Open – это просто подождать, пока Mongoose скажет, что соединение готово к использованию. Дальше, Drop Database. Опять же, эта функция у нас ничего не получает, поскольку Database у нас уже есть. Если мы выполняем Drop Database после Open, то мы точно знаем, что база у нас тут. Соответственно, ее получаем и выполняем вот эту операцию. Callback. Дальше. Create users. Если функция Create users выполняется после dropDatabase, Database, тогда у нас, собственно, все готово, база чиста, и мы можем запускать async параллель, который уже создан. Вот сюда его перемещаю. И когда этот async параллель закончится, то он теперь вызовет не закрытие соединения, а он передаст управление дальше. То есть вызовет callback, который нужно предусмотреть у этой функции. Главное — это не запутаться в callbackах. Внутренние callbacks у каждой функции свои, а в async параллель находится как раз внешний callback, который в create users. Ну и последняя функция — это mongoose disconnect. Вот, четыре функции. Теперь для того, чтобы запустить их одну за другой, воспользуемся другим методом AsyncJS, который называется Series. Series получает массив функций Open, Drop Database, Create Users и Close. Вызывает их одну за другой, то есть запускает первую функцию, ждет пока вызовет callback, потом запускает вторую и так далее. Затем, когда они закончатся, если где-то callback был вызван с ошибкой, то управление тут же впадает сюда. А если все было хорошо, тогда эта функция вызывается с первым аргументом null, и второй аргумент будут результаты. То есть все, что вернули эти функции. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, series получила первый аргумент null, то есть ошибок нет. А второй аргумент это все, что вернули эти функции. Первая ничего не вернула, вторая вернула true, третья вернула юзеров. Вообще, как правило, когда мы используем сервис, то на самом деле результаты нам редко нужны. То есть, если говорить о реальной жизни, то обычно сервис это просто используется для того, чтобы последовательно выполнить функции, а результат уж бог с ними. Просто средство более красиво писать последовательный асинхронный код. Чтобы сделать наш код еще короче и проще, воспользуемся методом async.each. Этот метод существует для синхронной и параллельной работы с массивами. Он принимает три аргумента. Первое – это массив. Второй аргумент – это наша функция, которая должна обрабатывать элементы массива. Для того, чтобы написать еще более изящно и коротко, объединим всех юзеров в один массив. И для работы с этим массивом используем функцию async.each. Эта функция предназначена для параллельной асинхронной работы с массивом. Она принимает три аргумента. Первое – это массив, который надо обработать. Вторая – это функция, которую нужно применить к каждому элементу массива. Эта функция имеет вот такую вот нотацию, то есть она принимает своим первым аргументом очередной элемент, а вторым – callback, который должна вызвать, когда завершит обработку элемента массива. Когда все такие итераторы закончат работу, то есть вызовет свои callback, то управление будет передано дальше вот сюда. Рассмотрим тут вот примерчик, есть небольшой очень. Для каждого элемента из массива OpenFiles вызывается функция SaveFile. Она вызывается вот так вот. SaveFile. Тут будет какой-то элемент. И тут callback. Она должна что-то сделать. И потом вызвать callback. Либо ошибка. Либо null. Ич игнорирует все прочие аргументы. То есть null, если мы что-то тут передадим, то это уже никого не интересует. Ич важно только одно. Был ли итератор завершен без ошибок или с ошибками? Затем, если была ошибка, то управление переходит тут же сюда. Если же ошибки не было, то в конце переходит сюда. И это, соответственно, будет нал. В нашем случае это как раз очень хорошо ложится на код. Мы создаем массив из данных юзеров, Потом для каждого элемента массива вызываем функцию, которая создает соответствующего юзера и сохраняет. По окончанию сохранения будет вызван callback, либо будет вызван callback с ошибкой. В этом случае управление сразу передастся сюда, ну, то есть вот этот вот callback внешний получит результат. Либо, если сохранение было успешным, то есть тут null, а тут будут какие-то аргументы, как мы помним, save возвращает user и affected но each эти аргументы отбросят. Они никуда не попадут. Единственное важно, что если здесь null, то все хорошо. Each продолжает ждать других callbacks, когда все callbacks завершатся, не раньше. Опять же, управление упадет сюда, и создание юзеров успешно завершится. А сейчас мы на минуточку вернемся обратно к мангузу и рассмотрим важную тонкость происходящего, которая в этом коде, увы, никак не отражена. Дело в модели user. Если в нее посмотреть внимательно, то можно увидеть, что в ней есть условие уникальности Unique. Это условие требует обязательного создания индекса со стороны MongoDB. Вообще, Mongoose позволяет в описании схемы указывать важные параметры коллекции, в том числе и индексы. Когда Mongoose эти индексы создаст? Он сделает это сам, автоматически, при объявлении вот MongooseModel. Как это увидеть? Да очень просто. true. Если сейчас это запущу, то вот. Все, что делает Mongoose, я могу прекрасно видеть. Это бывает очень удобно. Кстати, обратите внимание на команду insureIndex. Это стандартная команда MongoDB, которая инициирует создание индекса по полю username. И делает она это в фоне, то есть создание индекса не блокирует ставку новых записей. Но в нашем случае проблема как раз в том, что после подключения Mongoose и подключения модели, то есть после выполнения вот этой команды, делается Drop Database. Drop Database мы здесь никак не видим, поскольку использован нативный драйвер. Соответственно, выходит, что все дополнительные опции, которые Mongoose установил для коллекции, включая вот эти индексы, будут уничтожены вместе с базой. Почему оно вообще работает? Да просто потому, что в дальнейшем при вставке юзеров будет автоматически создана новая коллекция. И в этой коллекции уже индексов не будет, это можно легко увидеть. Давайте сейчас посмотрим. MongoChat. Chat. Есть у нас сейчас коллекция dbusersFind. Нужно посмотреть, какие у нее индексы. Это можно отлично сделать из консоли. Давайте вообще посмотрим, какие команды есть dbusersHelp. Тут будут всевозможные методы у коллекции, которые можно использовать. Их очень много. Find, save, storage size, можно посмотреть сколько занимает. Нам нужен метод вот этот. getIndexes. Вот. Теперь мы точно видим, что про индекс здесь ничего нет. Что делать? Для того, чтобы все индексы создавались уже на новой базе, необходимо подключать модели после того, как текущая база будет уничтожена. То есть взять вот этот вот require и перенести его куда? Ну, например, сюда. При этом обратите внимание на такую забавную тонкость. Вот этот вот юзер может понадобиться где-то в других местах. Но вообще говоря, мы не обязаны его сохранить в переменную. То есть мы можем сделать просто вот так. Require models user. А здесь mongoose models user. То есть все модели, которые мы подключаем, становятся нам доступны вот так. В принципе, мы можем сделать отдельную функцию, в которой все пререкварить, и потом обращаться к коллекциям вот так. Давайте проверим. Запускаю. Здесь я убрал дебаг, но все равно нам важна консоль. DB users get indexes. Вот, вот теперь видно, ага, индекс по ключу username уникальный и так далее. Ну хорошо, а теперь давайте нарушим условие уникальности и сделаем здесь Вася два раза. Так как у нас username уникальный, то должна быть ошибка. Ну ка запускаю. Хм, Почему-то работает. Еще раз запускаю, еще раз срабатывает, ошибки нет. В чем дело? Я предлагаю вам немножко подумать над этим кодом, нажать на паузу, когда подумаете, то мы продолжим. Если еще не догадались, подсказка была чуть раньше в скринкасте в описании команды EnsureIndex. Итак, внимание, ответ. Как было сказано ранее, когда Mongoose видит опцию Unique True, ограничение на уникальность, то он реализует его посредством создания индекса на уровне MongoDB. Этот индекс создается по полю Username, у него есть такая опция при создании background true. Ее можно отключить, но по умолчанию вот она именно такая. Она говорит MongoDB, что индекс можно создавать в фоне, при этом он не мешает новым операциям, то есть можно вставлять записи в коллекцию, удалять. MongoDB параллельно строит индекс, когда он будет готов, он автоматически начнет использоваться. Проблема в данном случае в том, что мы инициируем создание индекса и вставляем новые записи вот здесь вот еще до того, как индекс завершился. То есть мы делаем индекс, по которому новые записи будут проверяться на уникальность, и пока он не готов, эта проверка его просто не работает. Что делать? Можно отключить опцию Background True при создании индекса, но сама по себе эта опция не такая уж плохая. Кроме того, отключить ее просто не получится, нужно будет при каждой схеме в модели прописывать, что эту опцию ставить не надо. То есть как-то менять этот код не хотелось бы. Есть альтернатива. Оставить Background True но подождать со вставкой новых юзеров, пока индексы не будут полностью созданы. Для этого мы вынесем операцию подключения моделей, здесь одна, может быть несколько, в отдельную функцию, назовем ее require models, она будет подключать необходимые модели. И дальше для каждой из подключенных моделей она будет вызывать функцию ensure indexes. Вот так это может выглядеть. Я бы хотел как-то запрограммировать это более красиво, но async each, к сожалению, не умеет работать с объектами, только с массивами. Поэтому для того, чтобы пройти по всем свойствам вот этого объекта, то есть по всем моделям, мне необходимо получить ключи. И так вот и чем их пройти как массив. И для каждой модели вызвать InsureIndexes. Это такой метод, который гарантирует, что как только все индексы будут созданы, то будет вызван callback. При этом, если индекс уже есть, то хорошо, значит задержки особо не будет. Если индексов нет или они в процессе, то он подождет, пока индексы завершены. То есть выходит, что когда все индексы будут созданы то вызовется вот этот вот callback, и мы передадим управление дальше в create users. Давайте добавим функцию в цепочку require models. Ну-ка, запускаю. О, вот, все правильно. Теперь ошибка. Duplicate keyword. Но обратим внимание, ошибка выскакивает, это здорово, но скрипт не заканчивает выполнение. Почему? Сейчас я свернулся в функцию, чтобы было удобно посмотреть. Как вы считаете? что нужно сделать, чтобы соединение завершалось в любом случае, даже при наличии ошибки. Подумали? Конечно же, поставят закрытие вот сюда. Ведь сейчас при ошибке, где бы она ни была, AsyncTGS так устроен, что управление перейдет сразу сюда. Соответственно, если ошибка здесь вот, или здесь, то close не будет выполнена. Для того, чтобы соединение в любом случае совершалось, давайте возьмем вызов mongoose-disconnect, и перенесем его из close вот сюда. Теперь, как бы не завершились эти функции, все равно управление придет сюда и соединение будет закрыто. Давайте я уберу лишний вызов close. Вот, все. Теперь запускаю. И вот оно работает. Можно, конечно, еще чуть-чуть подрихтовать. Видите, такая штука exit code 0. В операционных системах у каждого процесса есть свой код выхода, который можно указать явно. Process exit если ошибка есть, то скажем 255, а иначе 0. 0 считается кодом нормальным, а другой какой-то код считается ошибкой. Это на самом деле не обязательно, это служит для того, чтобы какие-то внешние системные скрипты, вызов этот, могли понять, хорошо ли он завершился. Ну, так, для красоты. Итак, у нас получился скрипт для создания базы данных, который написан достаточно понятно который очень легко расширять и добавлять к нему новую функциональность. Также мы познакомились с библиотекой async. В дальнейшем мы продолжим ее использовать. Нужно некоторый опыт, чтобы привыкнуть к этим холлбэкам, когда холлбэк на колбеке сидит, колбеком погоняет. Но в целом, когда к этому привык, то все достаточно понятно и код становится действительно удобным в поддержке.